Четвертая городская больница с 1 апреля перестала нести ургентную помощь. Сегодня освобождаются площади отделений, которые там расположены. Это сделано для того, чтобы мы подготовились к возможности оказывать помощь в плане инфекционного госпиталя. То есть это еще не начат второй, не объявлен второй этап оказания медицинской помощи, но мы к нему полностью готовы. В случае поступления массово инфекционных больных, эта больница уже готова принимать и оказывать медицинскую помощь. Но на сегодня эти площади у нас освобождены и пустуют, потому что у нас такой сегодня потребности нет. Но я еще раз хочу сказать, что мы к этому готовы.